Привет, дорогие друзья, вы на канале Мамедыч, это значит, здесь всегда будет что-то интересное, и мы достали настоящее, практически человеческое сердце, а мы знаем, что человек и семья, точнее, человек и свинья имеют практически одинаковый генетический набор, поэтому это сердце очень похоже на человеческое, и мы сегодня подготовили маленький пранк для тех, кто... по ту сторону экрана в чат-рулетке будет с нами контактировать сегодня. Посмотрим, что из этого получится. Поехали. С кем ты разговариваешь, девочка? С мальчиком. А ты знаешь, что ты попала в первую поликлинику Даркнета? Это сердце лежит. О, Господи, подожди, не переключай. А что ты сердцем делаешь? Это сердце? Да, мы только что его удалили. Зачем? Бедный человек. Ой, животное. Да, ну уже не нужно было ему. Может, он уже какое-то сердце удалил. А я сижу, угораю. Мальчика сидит такой заржачный. Сигаретку из чего-то покуривают. Это зажим. Это зажим для сигареты. Если тебе нужно сердце, мы его можем починить, в принципе. Мое и так здоровое сердце. Мне не надо чинить сердце. Не надо здоровое? Нет. А ты хорошо знаешь анатомию? Нет. Нет? Я тебе предлагаю ее поучить. Мне кажется, у тебя что-то со психикой. Все хорошо? Да мне тоже кажется, что у меня что-то со психикой не идет. Покурил. Мальчик сердце, где ты его достал? Я его достал из человека. У быка, да? Ну, он был быком до того момента, как умер. Да. После того, как он умер, конечно, он не стал... Не быть ему уже быком. А сердце его уже... Ни к чему. Не, я пытаюсь найти нового хозяина ему. Привет, ребят. Здорово. Что делать? Сегодня мы будем что делать? Сегодня мы шьем человеческое сердце. Ну да. Нормально, да, ребят? Как думаете? Ну, вообще-то я полугранатом, это не человеческое сердце. Да, какое? Но это не человеческое, потому что это уже сердце трупа, я бы сказал. Поближе покажи. Нет, это человека. Не человека? А чье, как думаешь? Животного какого-то. Ну, может быть, этот человек был животным при жизни. Вот если бы ты трупа там что-нибудь сшивал, тогда более-менее интересно. У тебя бы там дома уже кто-то был. Стучались бы тебе в окно с ноги. Ну, возможно, возможно. А чё у вас там так темно? Смотрите, к вам может такой же человек, как я, прийти. Забрать ваши сердечки. Вы не пробовали человеческое сердце? Да, пробовали, конечно. Вчера в ресторане сел, заказал. Да. Такое, понял, не сильно пожаренное, такое полусырое. Ясно. Medium rare. Ну, вообще-то рестораны закрыты сейчас. Как вы в ресторан сходили? Так вообще-то уже открыли. Открыли? Вас открыли. Да? Везет вам. А нам приходится на дому сердца готовить человеческое. Привет. Привет. Что это? Как думаешь, что это? Мясо? Это чье-то сердце. Я не понял. Это сердце чье-то. Ух ты. Человеческое сердце только что было свеженьким. Недавно билось только. Я тут ищу помощи. Готовлюсь к экзамену по анатомии. Можете помочь? Конечно. Да? А что это такое? Это ясно. Ну, я бы не был таким бесчувственным. Это сердце. Сердце — это не мясо, да?
Ну, в принципе, это мышечный орган, поэтому можно назвать мясо. Я тут шью, пытаюсь зашить. Давай, шей, шей, не стесняйся. Не стесняется? Спасибо. Это человеческое, кстати, сердце. Конечно. Просто мясные лавки закрыты, зато морги открыты сейчас. Легче человеческое достать. Привет. Привет. Как дела? Да ничего, нормально. Вот я ищу, может быть, кому-то пригодится сердце. Только что оно билось еще, а сейчас я пытаюсь его сшить, и, может быть, кому-нибудь пригодится. Да, понятно. Но это полезно, это доброе дело. Доброе дело. Да я тоже считаю, что доброе дело. Привет. Страшно? Интересно? Тоже нет? Интересно, да? Мне тоже интересно, как в моих руках оказалось сердце. Уже мертвое сердце. А ты что там делаешь? Не прячься, а то твое сердце тоже окажется в моих руках. Ребят, вы в школе учитесь? А что оно тебе делает? Оно бьется в моих руках. Видишь? Мы только что провели вскрытие. Вот. И решаем, может быть, это сердце кому-нибудь еще понадобится. Мы через Darknet продаем сердца по 250 тысяч рублей за штуку. А, из Darknet? Да, из Darknet, ребят. Это из Darknet, да. Конечно. Черные перчатки, черные очки – это Darknet, ребят. Мы просто из Белграда и из Косово идут поставки сердец. А мы их поставляем тем, кому нужно. Если вам нужно... Кому еще продавали сердца? Диме Масленникову, может? Диме Масленникову? Да нет, ему не успели. Ему просто в первой посылке Даркнета попалось сердце. Сердце попалось? Только оно... Оно уже не функционировало, наверное, да? Ты что, тебе не заказал никогда Даркнет? Да нет, у Димы Масленникова в первом видео, когда я последний Даркнет пришла, у него сейчас заказала. Правда, оно пластиковое. Пластика? Ну, ребят, это сердце можно транспортировать только в холодильной камере. Потому что иначе оно начнет гнить, и запах распространится по всему почтовому отделению. Блин, надо соответствовать статусу профана. Никто из вас не хочет стать патологоанатомом? Не-не-не, да, Свет? Господи, что ты делаешь? Добро пожаловать в первую клинику Даркнета. Здравствуйте. Ну давай мне... А, да, это что? Почку кто-то продал? Ой, блин. Слушайте, это пенис. Это сердце. Врач, это сердце. Это сердце? Подарите, это сердце. Пожалуйста, нам. Вы что, врач? А у кого сердце взяли? Ну, у того, кому оно уже не пригодится. А я тоже врач. Поговорим. Поговорим. А можно? А клапаны где там? Покажите мне клапаны. Ну тут только желудочки остались. Вот. Блин, а где клапаны? А вот идут. Круто. Нити, которые... А, идут. Вот клапан. Вот. Можно к вам на этот... На операционный стол? Можно или куда? На практику, пожалуйста. Конечно, приезжайте. А номерок оставите? Номерок 03 вызывай. Ой, а что это скорая? 03 скорая? Ну... А дальше куда сердце девать? Ну, мы пытаемся найти покупателя через Darknet. А за сколько? За сколько? Может, я куплю? Ну, я не знаю. Мы за 250 тысяч рублей.
стандартный ценник. Это мелочь. Я мелочь? 60 это приора. Но кому как выбирать? Кому приора, кому сердце? Кто там такой? А кто у тебя такой? У меня? У меня человеческое сердце. Будешь разделывать? Да, я пытаюсь привести его в порядок. Назови свои истинные мотивы. Истинные мотивы? Ну да. Истинных мотивов мне трудно разобрать. Так, ребят, ну вот мы и побывали на дне российского Рунета. Если вам понравился этот формат, ставьте лайк. Я пока продолжу тренировать свои хирургические навыки на этом сердечке. Как вы понимаете, все-таки с вином. Ну и это был канал Мамедыч. Все, всем пока. До следующих выпусков.